Очень простой способ приготовления горбуши, с которым рыбка останется очень сочной и нежной, а гарнир вам не придется делать отдельно, такое блюдо подойдет как к празднику, так и к ужину. Хочу поделиться с вами отличным рецептом приготовления горбуши, запеченной с овощами, который я использую довольно часто. Кому-то он может показаться слишком простым, но, поверьте мне, такой вкусной рыбки вы еще не пробовали. Весь секрет рецепта в том, что мы не будем здесь использовать ни майонеза, ни сметаны, а только свежие овощи и немного растительного масла. Таким образом мы сохраним природный вкус горбуши и не пересушим ее благодаря овощному соку. Кстати, помимо помидор, лука и болгарского перца, вы можете добавить в этот простой рецепт горбуши, запеченной с овощами, также картофель, баклажан и кабачок. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Для начала горбушу следует выпотрошить и очистить от чешуи, тщательно промыть, затем смазываем ее внутри растительным маслом, натираем со всех сторон солью и молотым перцем, фаршируем чередующимися кольцами помидоров, репчатого лука и лимона, выкладываем рыбу в форму. Между тушками горбуши кладем куски болгарского перца, кольца лука и помидора, а также любые овощи на ваш вкус, обильно сбрызгиваем рыбу и овощи растительным маслом и ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. За несколько минут до готовности посыпаем блюдо измельченной зеленью, готовую горбушу подаем к столу с запеченными овощами в качестве гарнира. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Нам понадобится: горбуша свежая, 2 штуки, помидор, 2-3 штук, лимон, 1 штука, перец болгарский, 2 штуки, лук репчатый, 1-2 штук, масло растительное, по вкусу, зелень свежая, 30-40 грамм, перец черный молотый, по вкусу, соль, по вкусу, количество порций, 6-7. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Еще увидимся!